связи с началом весеннего пожароопасного периода сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Владивостоку совместно с представителем администрации города провели внеплановую проверку в селе Береговое. Сотрудники МЧС России осмотрели минерализованную полосу и дорогу, ограждающую часть леса от населенного пункта. Представители чрезвычайного ведомства также посетили школу номер 49, где провели лекцию для учеников по пожарной безопасности. Село Береговое – это село, которое подвержено угрозе лесных пожаров. Проводилась внеплановая проверка по контролю предписания. Смотрели минерализованную полосу вдоль села Берегового, посмотрели дорогу, которая ограждает часть леса от населенного пункта. Переговорили с администрацией города Владивостока на Береговом по первичным мерам пожарной безопасности, обсудили, какие памятки выдает администрация, посмотрели, как работают они с населением по пожарной безопасности в рамках профилактического визита в школу, где детям провели небольшую лекцию по пожарной безопасности. Рассказали им о первичных мерах пожаротушения, рассказали им про электричество и рассказали то, что все-таки спички детям не игрушки.